О планах губкинских школьников на лето Виктор Казарин узнал на встрече в Управлении по делам молодежной политики и туризму. В этом году больше 580 юных горожан отправятся на отдых в оздоровительные лагеря Краснодарского края, Юго-Тюменской области и Ноябрьский центр «Авангард». Те, кто хочет летом потрудиться, свою возможность тоже не упустят. Мы в этом году 284 несовершеннолетних трудоустроим. Может быть, даже попробуем, в том числе и не попробуем, а у нас будет две бригады сразу работать. Одна на город, другая Пурпа. Уже вот эту практику второй год мы делаем, и она показывает свою эффективность. Помимо этого, на встрече обсудили перспективы развития губкинского КВН. На днях местная команда «Комбинация» прошла в полуфинал Арктической лиги. Игра запланирована в конце сентября и пройдет она в Губкинском. Сегодня команда готовится к 1/4 Уральской центральной лиги. Она состоится в начале июня в Челябинске. Были участниками сочинского фестиваля, оттуда привезли хорошие результаты, и нас приглашали практически в любой уголок России, там, где существуют официальные лиги, чтобы наша команда приехала именно к ним. То есть некая даже была такая борьба. Мы остановились на Уральской лиге, потому что там хорошие редакторы работают с Первым каналом. Мы тут ставим такие цели, попробовать попасть в большой КВН. После Виктор Казарин отправился в Губкинский профессиональный колледж. На парламентском уроке со студентами обсудили значение грамотного обращения с финансами, принципы формирования бюджета и способы защиты от мошенников. Студенты показали отличное знание экономических вопросов и без труда решили тест. Очень важны такие мероприятия, когда нам приходят, рассказывают люди, которые действительно знают об этом, которые разбираются в этом. Было познавательно, интересно, много нового узнала. Работа по повышению финансовой грамотности молодых северян проводится при поддержке окружного департамента финансов с 2019 года. Как отметил парламентарий, уровень экономических знаний у студентов значительно возрастает, и они с интересом участвуют в тематических мероприятиях. Рассказал о бюджете, в укрупненными, понятно, мазками, чтобы было представление, что такое региональный бюджет, местный бюджет города, того же Губкинского, что такое семейный бюджет, как формируется доходная часть, расходная. Анкетирование показало, что достаточно продвинутые, хорошо ориентирующиеся в этом большом море информации, связанные с финансами. Результаты хорошие, мы отметили это. Чуть позже Виктор Казарин отправился на самую дальнюю точку своего маршрута – школу номер 2 в микрорайоне Пурпы-1. Она отметила 40 лет со дня своего открытия. Сотрудникам учреждения вручили заслуженные награды за преданность своему делу и вклад в развитие школы, а гости не скупились на поздравления и теплые пожелания. Творческих успехов, по-хорошему авантюризма и большой любви к своему делу. Я всегда говорю, в этом случае она не может не ответить взаимностью. Вам родители доверяют самое главное своих детей. Вы вкладываете в них душу, и пусть они отвечают вам как раз-таки любовью и исключительно хорошими результатами. Я уверена, что именно так и будет. С праздником, с юбилеем, всех вам благ! Школа номер 2 старше Губкинского. В ее музее истории ведется летопись учреждения. Есть чем и кем гордиться. За все время учебное заведение окончили 1323 выпускника, из них 58 медалистов. Коллектив, переживая различные вызовы, с которыми приходилось сталкиваться, достойно все пережил. И рад за и родительское сообщество, которое глаза счастливых родителей, и самих учеников действующего состава, и те, кто уже выпустились и определились, нашли себя в жизни, добившись высоких таких серьезных результатов.
личных достижений, говорит о том, что здесь все правильно. Быть ближе к людям и оставаться в курсе текущих дел города – главное в работе депутата. Виктор Казарин намерен и в дальнейшем тесно взаимодействовать с губкинской молодежью, чтобы лучше понимать ее потребности и предложения. Ведь молодые люди – движущая сила развития губкинского и ключевой источник новых идей. Валерий Усманов, Олег Короткевич, новости губкинского.